Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктор Быстов, владелец сайта poyntbystro.ru. Посмотрев короткий двухминутный ролик, вы самостоятельно сможете определять стоимость монет, которые находятся в вашем кошельке. Правда, для того, чтобы они имели такую цену, они должны обладать идеальным качеством. Для того, чтобы узнать стоимость монет, мы идем в поисковую систему Яндекс и в поисковой строке набираем фразу «Таганский ценник». Почему ценник называется «Таганский»? Потому что в городе Москве в районе метро Таганская есть магазин «Нумизмат», работающий еще с советских времен. И около него постоянно собираются нумизматы, которые продают монеты, и те, которые их покупают. Вот в этом сообществе складываются цены, которые периодически появляются и выкладываются в интернете. Далее нажимаем на эту ссылку. Здесь наиболее свежие данные. Декабрь 2012 года, январь 2013. Попадаем на страницу форума «Таганский ценник». Видно, что это самый свежий вариант. Копируем ссылку. Вставляем в адресную строку браузера ссылку, и у нас загружается самая последняя версия ценника на монеты. Затем вы можете сохранить этот документ, можете просто просмотреть. Здесь есть монеты СССР, монеты Банка России, те, которые из обращения. Коммеморативные монеты России до 97 года, современные монеты. Например, на сегодняшний день самая дорогая монета 10 рублей, Ямало-Ненецкий округ, стоит 4000 рублей. Если вам понравился ролик, то оставляйте свои комментарии, нажимайте кнопочку «Нравится», делитесь своими друзьями, а я вас приглашаю на свой сайт poyntbystro.ru, на котором очень много информации о быстром поиске в интернете. Там же можно подписаться на рассылку «Секреты быстрого поиска за 5 минут». Большое спасибо за внимание. До новых встреч!